Совсем физики. Какие стандарты? Да ну! Сколько? Пока. Ну его. Ты ближе снимай, не видно ничего. Все, ноги покинули чат. Итак, ребята, у нас за бортом сейчас дождь. Вместо кросс-похода первой тренировки мы пойдем в тренажерный зал. Очередная программа укрепления нашего организма. Ой, все болит еще с прошлого, но надо делать новый. Погнали. Спасатель всех мышц сборной России. Это Шало. Это наш супер-массажист, который на протяжении уже 5 лет перед каждой тренировкой разминает мне мои больные плечи. Потому что они у меня всегда болят. А Шало их всегда восстанавливает. Да, Шало? Да. Спасибо вам большое. А здоровье. Счастье, здоровье, любви вам. Так, молодой, ну что, как самочувствуешь себя? Нормально, четко. Нормально? Какие цели на сезон ты ставишь? Подготовиться, выступить, отобраться, выиграть. Кого, где? Всех везде, желательно. Ладно, ладно, красавчик. Хочу вас познакомить. У нас в команде есть свой Гордей. Смотрите, вот. Диман, здорово. Че, как у тебя там эти тачки твои? Ламборгини, там не ламборгини. Лучше всех. Че? Хотел резину купить из Японии на ламборгини. А, да? Да. Какой бы ушный по-любому, да? Ну, конечно, как по-другому. Короче, все, завязываем, молодой. Передай привет всем подписчикам. Подписчикам привет. Мы уже почти закончили первый микроцикл. Сегодня у нас еще и рокировка. Сначала мы утром идем в зал. Вечером, если нет дождя, мы идем в горы. Ну, если мы пойдем даже в горы, в любом случае там грязище просто вот. Короче, про заминку. Каждый раз вот тренировки делаются для того, чтобы успокоить тело, расслабить мышцы и потом их растягивать. Чтобы не было травм. Паша, что ты с ним делаешь, Паша? Не помогай. Не ломает. Митинг сводит быков к митингу, друг с другом. К митингу меня готовишь. Все мы не поцеловались. У нас на выходе здесь из зала вот такая вот аллея славы. Различные всякие медали, шиповки, ядра. А где? Вот даже экипировка есть. О, Аленка там с Виком. Сергей Ильич, будем здесь, на этой аллее? 100%. Прорвались через блокпост. Давай, стати. Сегодня у нас сухая погода. Отличная погода. И планируемый рубеж на сегодняшний день 10 километров. Первый, скажем так, шаг пятнашки начинается именно с сегодняшнего дня. Мы выходим оттуда, идем вдоль горы, поднимаемся вон туда, сейчас за кусты. Вон туда поднимаемся. Эта гора у нас называется... Ну, вернее, у нас здесь называется Малое Седло. Это первый рубеж. Дальше идет следующая гора, Большое Седло. А за ней еще вон там
это то самое место, к которому надо стремиться. Туда в районе там 8 километров, плюс-минус, ну за нее, 8 километров, соответственно, туда-обратно получится в районе 15. Вот такие дела. Слышь, скороход, ты это... Вообще, я просто не чувствую. Ты оборот это сбавь, я тебя откачивать не буду здесь. Ты недооцениваешь мою мощь! Мы пока здесь гуляли, случайно нашли место посадки НЛО. Скорее всего. Смотри, как вообще в таком поле... Ровно может быть такой пятачок. Смотри, ну реально, либо это вулкан какой-то растет, либо это лоя приземлилась. И вот он, видите. И вот он, Гордей, чемпион планеты всей по скороходному виду спорта. Хорош. Давайте, пацаны, отбив. Сколько прошли по километражу? 6.22. Сегодня, значит, где-то в районе 12 получится. Короче, пацаны, мы уже находимся около ЛЭПа. Это означает, что мы ушли очень далеко. И, походу, мы заблудились. Мы в дерьме! Мы в дерьме! Погоди, я же паник. 100% вкладываю. Все. Теперь мы окончательно поняли, что мы заблудились. Сейчас будем звонить в это, в 911. Обалдеть, вот это видок. Я не знаю, пацаны, как мы сейчас спускаться будем. А, смотрите, вон Иванова только дошла, он оттуда вообще. А, да, смотри, малой, вон там, где машина стоит. Сейчас будем искать путь обратно. Не знаю, как нам спускаться с этой горы, потому что уклон здесь, напрямик, дай боже. Кажется, да, конечно, Гордей споткнется, мы его потом не соберем. Да, курком. Напрямки вниз сейчас пойдем, потому что до тропинки нам топать еще долго-долго, а мы уже все не успеваем. Вы че, совсем пиздите? У нас, блядь, идея пиздит, да? Лучше немного опоздать, что дать за это, пиздите. Пацаны, а вы че, угораете, что ли? Это потом не хихиха капает. Ко одного рука в другую сторону, другого нога. Какие сандали тут? Там какая скала, как бы вниз спустился вообще. Вот у кого телефон с собой, вы карты включите, поймете, что не надо. В принципе, логично. У нас такой расколован. Да нормально, я так 100 раз делал. Ну тут такой уклончик небольшой. Уклончик. По Discovery как-то смотрел про горных козлов. Примерно то же самое. Пацаны, ну вы что это? Ну, блин. Остановитесь! По лопухам сейчас пойдем, короче. Там же были варианты лучше, вы что? Не, ну пульс-то держит. Так он наполнение держит. Все, назад пути нет. Как нет? Еще есть пока что. Но это не точно. Сейчас ты до скал дойдешь, кажется, там уже нет. Нет, так, конечно, я в круг-походы еще не ходил. Умеете, могете просто. Я лучше назад свернул, пошел назад спокойно. Да ну! Санчик! О, них тебе! Нет, тут идти не надо. Тут ручеек идет. А-а-а, еще лучше. Сейчас опасный маневр будет. Смертельный ноги. Тут прыгать, 10 метров. Ни себе! Опасный маневр, говорит. Я лучше перейду, я посмотрел, ты лучше дикую жду, блядь. Говорит путеводитель, зачем мы сюда? Да вы че? Пахан? Ну его! А прикинь, сейчас назад надо будет. Мы здесь пошли вообще. Я об этом. Надо он на шишку залазит, на самый верх, вон туда. Ну да, пошли. О, грибы растут, я что, выжил нормально.
Была ситуация пару лет назад. У нас был сбор в Крыму. И там мы ходили тоже в горы. Но там не такая культурная, скажем так, дорога была. Я решил, чтобы мне не обходить гору, пойду я в лоб, короче, напрямки. Я, короче, дошел практически до самого пика, мне хватало 50 метров. Но я уже шел просто ползком, полз на эту гору. И в один момент я, короче, остановился на середине этой отвесной скалы. И все, и дальше не могу ползти. А вниз спускаться как бы вообще нереально. То есть там дорога в один путь была. Я, конечно, тогда еле как вообще спустился там просто на жопе. В прямом смысле этого слова. С этой горы. А сейчас так, детский сад, просто весело. Спустились. Все, до базы осталось дойти буквально 300 метров. Сейчас у нас получилось 12 километров за 1:40. Ура! Ну что, как ощущения? Как? Что, ноги покинули час. Лучше Гордея никто не скажет за этот кросс. Мы сегодня банные мероприятия будем посещать. Цикл закончился. А это значит, надо чутка восстановиться. Сейчас пойдем в баньку. Ведром обольемся. Будем, короче, проходить восстановительные процедуры. Вот, шезлонги, телек, вон там чаек. Смотри, подай. Мама мия. Все, эфир прерывается на неопределенный срок. Все, локацию меняем. Слишком сухая ядреная баня. С кожи слезет. Пойдем нашу, в русскую. Малой говорит, нормальная тема, да, молодой? Русская бомба же. Честно говоря, бомба. Сейчас пойдем в русскую. Вкусный аромат веников. Прям вообще непередаваемый запах. Сейчас еще минут 15 посижу здесь. Пойду вылью на себя ведро и еще один подход. После баньки обязательно надо выпить чайку с лимоном. Зафиксировать, так сказать, парение. И ложиться отдыхать, чем я сейчас и займусь как раз. Уже идет хоккей. Болею за наших пацанов. Такие дела. Ну что, друзья, сегодня цикл закончился у нас, четырехдневный тренировочный, и первый выходной. Но выходной у нас не как у всех. Мы сейчас пойдем в бассейн, делаем тренировку. Молодой, ты как самочувствуешь себя в этот раз? Тяжело. Тяжело? Ты ближе снимай, не видно ничего. У тебя клюв как у вороны получается. Сегодня, пока все у нас отдыхают на выходном, мы с Пабло решили сходить в бассейн поплавать. Часик где-то проплывем пару километров, может быть, если получится. И потом пойдем... Займемся восстановительными процедурами. Такие дела. Все у нас сегодня отдыхают. Одни мы такие спортсмены. Безостановочно тренируемся. Километр с копейками получился за сколько, 40 минут легкого плавания. Такая у нас активная зарядка, чтобы дома не лежать, решили поплавать сегодня.
Да, кстати, Андрюш, забыл тебя познакомить со зрителями нашего YouTube TV канала. Всем привет. Вставай еще разок. Всем привет. Хорош, да, это Андрюха Богданов. Наш Дмитровский, коренной, родной. Сейчас готовимся. Вернее, не готовимся, а нацелен на отбор на Олимпиаду. Готовлю вот Андрюшу здесь в горах. Юра сам готовится. Юра сам готовится, а я Андрюшу готов. Так что следите за этим пацаном, запомните его. Скоро увидите его на Олимпиаде. Будете болеть за него и переживать. Переместились сегодня на мою самую любимую часть тренировок, на игровую. Тут игровые залы потухли. А вон там наши пацаны уже разминаются. Юрген уже разминается. Мячиком сейчас будем играть в волейбол. Футбол нам нельзя, потому что это слишком травмоопасно для нас. У нас каждая игра это перелом голени или что-нибудь в этом направлении. Почему в футбол не играем? Потому что никто не может. Что не может? Играть. Все инвалиды. Все инвалиды. Вот так он на себе. Во, Гордеевич подтянулся. Говорят, тебя в волейболе на ворот поставят. На ворот? Будешь стоять? Опа, вот там нормально. Вот это реакция кошки, да? И скорость, среагировал, Гордеева. Вовремя, давай тут. Ладно. И давай на воротах все эти, короче, определили. Хорош. 1-0. Вот это я быстро-быстро споткнул сейчас, пока он летел. Так, ребятки, мы сейчас намотали 25-20. Сейчас у нас вторая партия. Я думаю, еще жестче их уничтожим. Здорово. Сейчас самое полезная восстановительная процедура будет. Это массаж. Шава купил здесь какую-то штуку. Ну, Шава, что это такое? Это какой-то супер хай-тек технологи массажер. Да. В общем, все. Сейчас будем массажироваться, восстанавливаться, потому что уже, как я там буквально пару минут назад говорил, что после зала все очень сильно болит. Тем более на пределе здесь тренируюсь. Цели завышенные, поэтому надо как потренироваться, так и восстановиться. Все, начинаем. Ну что, перезарядку Шава мне сделал. Шава, спасибо большое. На здоровье. Показал мне свой новый пистолет массажный. Сейчас пойду, короче, поваляюсь, отдохну, а завтра с утра кросс опять бегать. Ой, ладно. Ну что, Гордеевич, по традиции, как самочувствуешь себя? Да ты что, я еще от этого убежать. А потом куда, в реанимацию тебя тащить? Да какая реанимация, завязывай. Короче, ты вообще на пик вышел, да? Я вообще не выбиваю. Или ты и был на пике, как родился? Лидеры этого забега бегут. Че, пацаны, как там, нормально все? Сейчас ведуху увидишь, офигеешь. Инсайд вот такой. Надо камера. Снимать камеру на камеру. Камера на камеру. Вообще видок, да? Просто посмотрите. Красота какая.
Я говорю, Россия, сила. Вот где. Отдыхать надо. Чего вы сидите там? По Мальдивам. Ну посмотрите вид, ну реально, ну просто бомба, давай, мама. Бежим обратно, осталось 23 минуты и примерно 4 километра, 6 километров даже. Я так устал, что у меня просто уже органы сводят. Мы бежим практически всю дорогу, у нас сейчас где-то 12, да, километров? Просто жесть. Пришли. Сколько, малой? 17. Ну, 2 километра просто. В общем, все. Миссия на этот бор выполнена. Рекорд перебит аж до 2 километра. Даже не то, что перебит, а просто вообще, я не знаю, в стратосферу поставлен. Сань, ты что вообще скажешь по поводу сегодняшнего кросса? А, тоже сегодня. Сколько сбросил сегодня килограмм, как думаешь? Мы с тобой как два этих эскимоса сегодня упутанные бегали. Я не знаю, но думаю, килограммчик-то, может быть, где-то ушел водички. 91 700. А весил? Все сюда с копейками. Так, а есть сколько? 2 килограмма. Прикинь. Ну что, народ, выпуск подошел к концу. Надеюсь, вам понравилось. Сбор был на самом деле достаточно тяжелый. Много бега, который вообще мне тяжело, если честно, дается. Но оно того стоит. Все-таки олимпийский сезон, надо как-то через себя перешагивать и трудиться. Мы сейчас уже приехали в Парамоново, кстати говоря. И здесь у нас начинается самое веселое. У нас вон там вот эстакада стартовая, на которой мы все лето оттачиваем наш стартовый разгон. От старта очень много зависит, от техники старта, и мы ее оттачиваем просто по максимуму. Поэтому, ребятки, если вам понравился выпуск, ставьте колокольчик, подписывайтесь, пишите комментарии по этому выпуску, как вам там, кстати, Диман наш под кодовым именем Гордей Двойникова. Пишите вообще, похож он на него или нет. Будем его почаще включать, он парень веселый, делает контент. Красавчик. Молодой, есть что людям передать? Поближе снимай. Всего хорошего!